Друзья, всем привет! Наконец-то свершилось, вышел мой новый мастер-класс по подушкам-зверушкам. Многие спрашивали, ждали, когда же будет утенок с цыпленком. Вот они. Вот такие вот милые зверята будут продолжением моей серии. Здесь треугольная подушка точно такая же, как и везде, но в данном случае мы ввязываем крылышки, чтобы не пришивать, и ввязываем хвостик. Глазки у утенка на безопасном креплении диаметром 25 мм. У цыпленка глазки, как обычно, характерны для моих треугольных подушек в виде глазниц с черным глазиком, тоже на безопасном креплении. У него у черный глазик 18 мм диаметра. Точно такой же вот хвостик у цыпленка, но отличается он от утенка еще чем клювики у них разные, обратите внимание. И у утенка на голове скорлупа, у цыпленка прорезался маленький гребешок. И лапки разные, тоже посмотрите. То есть, приобретя вот этот мастер-класс, вы получаете схему самой треугольной подушки и плюс всех деталек, которые мы используем для оформления определенного персонажа. Если вы ранее приобретали этот мастер-класс на другую треугольную подушку-зверушку, то вам действует скидка, как обычно, 50%, то есть вместо 300 рублей этот мастер-класс вам будет стоить всего 150 рублей. Про расход. Расход основного цвета всего 2 мотка. Возможно, кому-то чуть-чуть не хватит, кто вяжет более рыхлый или пряжа более такая плотная. Мне 2 мотков хватает. Но имейте на всякий случай про запас еще немного основного цвета, если вдруг не будет хватать. На всякий случай. Наполнитель уходит примерно 200-220, максимум 250 грамм. И дополнительных цветов тоже совсем немного. Цвета выбирайте яркие, солнечные, желтенькие, оранжевенькие, такие, которые соответствуют данным персонажам. Утенку и цыпленку. Добро пожаловать за мастер-классом. Давайте вместе свяжем много таких весенних, ярких, солнечных персонажей в преддверии светлого праздника Пасхи.